Что ж, у нас опять битва директоров. Иван Ульданов, 32 года, пониже ростом, против Василия Кацмана. Из Магнитогорска Кацман, по прозвищу Бегу. И Иван Ульданов представляет Челябинск. Такое принципиальное южноуральское дерби у нас. Весовая категория до 80 килограммов. Три раунда по 2 минуты. Первая началась. Двухминутка. Сухой, высокий Василий Бегун Кацман. Внешне даже, честно говоря, не скажешь, что Кацман. С такой прической а-ля поздний Битлз. Или срединный Битлз. Рок-н-ролльного вида молодой человек. Даже, может быть, похож на хулигана 70-х годов. Не хватает только клёша. Его соперник Иван Ульданов, который сейчас пошел вперед. Смело. Моложе. Как говорится, молодость и смелость города берут. Ну, вот, периодически Кацман нагрызается, поддавливает. При этом практически не пользуется джебом Василий. Не считает нужным, видимо. Неплохую реакцию для 44 лет Василий Кацман демонстрирует, кстати говоря, очень неплохой. Такое ощущение, что занимался раньше, может быть, он боксом. Так у него несколько вальяжно опущенные руки. Но пока что ничего серьезного не преподнес ему Иван Ульданов. И ничего серьезного Василий не пропустил. А сам очень даже иногда отвечает неплохо. Размен. Ульданов попытался вытянуть Кацмана в размен. Кацман на провокацию не поддался. Итак, у нас второй раунд из трех запланированных. Вторая двухминутка. Василий Кацман, красные перчатки, выше ростом. Нетипичная боксерская прическа его соперника Иван Ульданов, который пошел обострять сразу же. Периодически он нарывается на переднюю руку Кацмана. Вот тут прошел удар. С
весовая категория до 80 килограммов. Два директора. И Касман директор, и Ульданов директор. В разных компаниях, естественно. Битва директоров. Условное название этого боя. В атаке Ульданов. Дружеские объятия. Вот попадает сейчас Ульданов, кстати говоря. Касману нужно ручки-то поднимать периодически. А то так можно и после таких ударов спать лечь. Кто знает, вдруг у Ульданова где-то динамит припасен, перчат. У нас жаркий размен. Под конец второй двух минут. По-прежнему красивая девушка в шапке. По-прежнему красивая, по-прежнему в шапке. Намекает на начало третьей минутки заключительной в битве директоров. Василий Кацман, Магнитогорск, директор ООО «Экумир» против Ивана Ульданова. Челябинск, директор ООО «Рео Тезис». Василий Касман выше ростом. Красные перчатки. Длинные ноги. И он старше. 44 года Кацмана. Кацману по прозвищу Бегун. 32 года Ульданова. Бегун с кулаками. Ну, такой да. Но вот сейчас зря Кацман заставил Султанатов. Рано или поздно Ульданов может и попасть. И попасть прицельно. А лучше не давать ему такой шанс. Ульданов в атаке. Блокотился на канаты Кацман. Периодически так ловит на встречу соперника, проваливает. Но пока что неплохо бегает Кацман, но вот застаиваться не стоит. Подустал Ульданов, это видно. Но по инерции продолжает идти вперед, пропускает на встречу, попадает сам. Итак, ждем победителя битвы директоров 2. Это у нас собрались директора, там был директор против владельца, директора против арт-директора, вот теперь директор против директора. Интрига отчала за пределом. И я готов принести имя победителя 8-го боя. Итак, весь мир с нетерпением ждет, кто же выиграл. Единогласным решением победа присуждается
бойцу синего угла. Судьи решили, что молодость в этот раз выиграла. Поздравляю!